Ну я же говорю, она совсем с ума сошла. Тише, Ан, пожалуйста. Видишь ли, Танюша, мы все думали, что ты станешь скрипачкой, как я. И... Что за черт? Так себе видок, да? Что случилось? Так себе видок, да? Твари эти атаковали. Последняя до меня добралась, а я ей башку снес. А теперь застрял тут. Зачем это? Эй, я тут все патроны на эту тварь потратил. Патрон не одолжишь? Сейчас поясню. Я отсюда не выберусь. Так что... Держи. Так что дай хоть покончить с этим, прежде чем одна из этих появится и сожрет меня. Только не оставляй меня тут болтаться. А да. Теперь давай, поосторожней. Еще бы. Я тебя запомню. Если когда-нибудь тебе понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать.
Боже мой, это же музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. Как это возможно? Тут еще что-то. О, так ты нашел его, старина. Это же твой, так ведь? Жучок. Прослушка, разве нет? Ты кто такой? Да что тут творится? Он хотел, чтобы ты пришел. Чтобы нашел этот старый чемодан. Этот безумный старый ублюдок сказал, что это привлечет твое внимание. Верно? Поторопись. Что? Привлечет мое внимание? О чем ты говоришь? Тс, здесь говорить опасно. Опасно. Встретимся в соседнем здании. Только подожди здесь ровно одну минуту. Понял меня, дедуля? Старина, мышь. Совсем с катушек послетали к чертям собачьим. Что за банда психов?
Ну, наконец-то, старина. Всегда выполняешь приказы, да? Ну-ну, рабское создание. Хреново. Блевать тянет. Не просто оказалось тебя сюда заманить. Теперь, когда ты меня слушаешь, он хочет проверить тебя. Чего ты стоишь, избранный ли ты, мессия ли, бла-бла-бла. Ты так шутишь, да? Типа того. Но старый безумец и правда хочет тебя испытать. Крысиный король, он промолвил, либо подлинный верующий. Тоже он. Все, с меня достаточно. Не-не-не-не-не-не-не. Он мне так сказал. Хочешь знать правду? Пусть выбирает. Сделает мудрый выбор, и я все ему расскажу. В общем, старина, сосредоточься. На столе две штуковины. Первая — детонатор. И вся эта чертова дуга взлетит на воздух. Вторая — примочка для контроля над разумом. Можешь взять ее и повелевать людьми, заставлять их творить безумные вещи. Она работает, точно тебе говорю. Еще он сказал, только подлинный верующий, ищущий правды, поставит высшее благо над собственными интересами. Он? Кто это он? Боже, да вы оба чокнутые. Это не так уж важно. Что важно, так это завоевать его расположение. А внимание его ты уже привлек. Ты кто вообще такой? Я не с тобой говорил по радиосвязи. Так и есть. Я просто скромный вестник. Он стоит за всем этим. Ха, и последний совет. Я бы не злил его, но он крыс убивает просто для развлечения. Встрянешь в него на пути, и бог знает, что случится-то. Thank you.
Нет-нет, Танюша, ты неправильно играешь, солнышко. Здесь доминор, дорогая. Сэр, мой источник, позывной «Красный глаз», утверждает, что РЛС-дуга — это не только часть антибаллистической загоризонтной системы. Голод. Голод грызет. Крутит живот и слабеет разум. Таня, если это правда, ты, пожалуйста, давай без загадок. О, я поделюсь едой со своими товарищами. Это хорошая мысль. Да, Игорь. Слушай, Оливер, что-то я запутался. Хотел бы я тебе помочь. Прости, если разочаровал. Надо поговорить. Я ухожу. Немедленно. От меня никакого толку здесь. И здесь, и везде. Я понимаю. Только этого не будет, Игорь. Я не могу смотреть, как ты каждый день, шаг за шагом, приближаешься к своей гибели. Прощай.